Саудовская Аравия перебросила войска и истребители на военную базу Инжирлик в Турции. Об этом сообщает британская Independent со ссылкой на главу турецкого МИДа. Размеры военной группировки не уточняются. В начале недели в Ир-Рияде заявляли, что готовы отправить в Турцию десятки тысяч военнослужащих для начала наземной операции в Сирии против запрещенного в России Исламского государства. Но эксперты считают, что борьба с террористами в данном случае лишь прикрытие, и что на самом деле Саудовская Аравия обеспокоена успешным наступлением сирийской армии в районе города Алеппо. При поддержке российской авиации войска Башара Асада уже освободили от боевиков почти весь север Сирии.